Я вышел в город, сделал плохую зарядку. Хотел на лодке прокатиться по реке. Собака встретил местную натку с большими козочками. На поводке я подарил девчоночке ромашку. Она присела отдохнуть на дверь и рассказала, что сегодня уйдет в казино тачки. Чрезвычайно важный день. Один раз в год. Всего чего-чего, ну а козлов у нас хватает. Я лично знаю этот хук. Да я ведь как Наталья вас в чем не утопилась. И на крыльях отдела тот меню, чтоб не бесились нашим козам сыплют в сирос. Специальную хуйню. Один раз в год. Я как стоял, так опустился на коты.